Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Xiaomi Mi 11 изменить дату и время. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт расширенной настройки «Дата и время». Отключаем использование времени сети. Также можем отключить использование часового пояса сети. Меняем часовой пояс. Также можем изменить часовой формат. И теперь можем изменить дату, а также время. Чтобы все вернулось на свои места, подключаемся к интернету и включаем часовой пояс сети и время сети. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!